ребенок у ДЦП, который сам не может ходить. Нужен ли этому ребенку массаж? Поможет ли массаж ему? Смотрите, массаж ему необходим на ежедневной основе, просто потому, что у него нарушен мышечный тонус, и если не делать массаж, немножко то будет поближе, совсем пожалуйста. Вылечит ли его массаж? Нет, не вылечит, потому что причина ДЦП – это повреждение центральной нервной системы. То есть массаж – это поддерживающая практика, которая необходима, но которая недостаточна.